Привет, Лука. Дорогие братья и сестры, мы многие знаем брата Ирика, сестру Эру. Эру. Гайс, вот вы попробуйте это делать. Вы думаете, это так легко? Тут имя жены забываешь. Сестра Ира и... I'm so sorry. Это Лука. Это Лука, да. Лука и брат Эрик, да. Sorry. Они ходили к нам уже немалое время, они заявили желание, что они хотят стать членами нашей церкви. Ну, мы делаем это наше церковное, как сказать, процесс такой, чтобы стать членами. Как Писание говорит, мы звоним пастырям, откуда, где были члены церкви. Мы позвонили, я позвонил пастырю их церкви в Орегоне, и пастырь дал очень хорошую рекомендацию. Что о их служении, сказал, что даже планировали брата Эрика в семинарию, так что там, так что очень была хорошая рекомендация. Мы с братским советом тоже единогласно проголосовали за, чтобы принять их в члены церкви. Сейчас, как мы это всегда делаем, мы хотим вынести это на церковь, и все члены церкви, я прошу те, которые не члены, чтобы воздержались, мы сейчас проголосуем. Если кто за, что принять их члены церкви, поднимите руку, пожалуйста. Если есть против, хорошо. Так, мы рады принять вас, вы к нам ходили, мы очень рады, и такое пожелание, чтобы вы жили, служили Богу здесь. Я знаю, что вы много делали там у вас в церкви. Молитесь, чтобы Бог показал вам, что вы можете здесь делать. И мы очень рады. Всегда радостно, когда прибавляются люди в церковь. Так что очень хорошо. Сейчас давайте мы помолимся. Помолится сестра Ира, брат Эрик и Иван Васильевич. Давайте мы с вами помолимся. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя за возможность присутствовать здесь, Господи, за то, что Ты благословил нас общиной здесь, Господь. Ты предусмотрел для нас, Господи, место, где мы можем... служить Тебе, Господи, и иметь общение, иметь братьев и сестер, Господь. И мы очень благодарим Тебя за это и просим Тебя, чтобы Ты благословил также и дальнейшее наше пребывание здесь, Господи, чтобы мы могли быть полезными, Господь, на этом месте, куда Ты привел нас, Господи. Мы Тебя за все благодарим. Аминь. Дорогой Господь, мы благодарны за Твою любовь и милость нам. Я благодарю Тебя, что Ты дал нам такую церковь, такую семью, что Ты приготовил, Господи, что когда мы сюда приехали, не знали никого, и Ты дал нам друзей, дал нам такую семью, Господи, я прошу благословить наше время здесь, Господи, чтобы мы могли служить Тебе, Господи, и этой церкви, Господи, я прошу благословить нашу семью в этой церкви и всех здесь. Спасибо за все, что нам даруешь. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, мы Тебя сердечно благодарим, благодарим, что церковь Твоя растет, благодарим Тебя, Господи, что в нашу поместную церковь вливаются новые члены. И вот сегодня мы, Господь, предстали пред Тобой с братом Эриком, сестрой Ирой, их сыночком Лукой, Господь, мы сердечно Тебя благодарим, что Ты благословил эту семью, что Ты дал им деток, что Ты, Господь, привел их сюда, что Ты, Господь, расположил их на сердце стать членами нашей поместной церкви. И мы благодарим церковь, Господь, что мы все от души их приняли здесь, Господи. И теперь мы просим Тебя, будь милостив к нам и благослови Ты эту семью. Помоги, Господь, в их нуждах. Помоги, Господь, в их переживаниях, которые есть. Дай им здоровье, дай им, Господь, мудрости, как воспитывать деток, которые Ты даешь им. Благодарим Тебя сердечно и просим Тебя, Господи, благослови эту семью, чтобы она была благословением нашей церкви. И как уже пастор сказал, просим Тебя, Господи, расположи их сердце, занять какой-то труд в церкви, чтобы, Господь, приносить Тебе, Господь, благодарность за то, что Ты спас и оправдал нас, и за то, что Ты, Господь, прилагаешь спасаемых в церковь, Господь, чтобы они были также участниками Евангелия Благовестия. Будь милостив к ним, благослови, Господь, семью. Все это просим во имя Иисуса Христа, Господа нашего. А Тебе за все слава и благодарность во веки веков. Аминь. Аминь.
Поздравляем вас. Поздравляем. Присаживайтесь. Хорошо. Сейчас. Сейчас, хорошо.